не зима. Без отгадки не загадка, без помарки не тетрадка, без окошек не дома, без каникул не зима. Верно! Бегут перегонки, январские дети, весенние каникулы уже недалеки. Весенние каникулы, весенние каникулы. Без картины ни стена, без каникул ни весна. Без отгадки ни загадка, без помарки ни тетрадка, без картины ни стена, без каникул ни весна. Вера! Левка, пойдем на выставку. Выставку? Интересно ведь, а? Пойдем, посмотрим, что это за новости такие. Скажите, пожалуйста, не знаете, как пройти к певчим и декоративным птицам? Знаю. Вон стоит павильон, там ваши птицы. Спасибо. Извините, вы Снегурочка? Нет, я Снежная Королева. Но ты меня не бойся, я добрая. А почему сдача? Билет же стоит 20 копеек. Школьникам скидка. Вот это здорово! Просто прекрасно! Это же закон, Лёвка. Школьникам и рядовому составу Советской Армии. Да ничего ты не понимаешь. Получается, что я школьник, и мне платят по 10 копеек с билета. Так можно на фотоаппарат накопить. Как? Например, аппаратик стоит 15 рублей. Это значит, нужно сходить всего на 150 выставок. И дело в шляпе, у меня будет фотоаппарат. Ух ты! Какие красивые, Лёвка. Я таких близко никогда не видела. Да, я тоже близко видел, только воробьев. Смотри! Снегири! Ух ты! Надулись, как мыльные пузыри. Так бы и съел. Шучу, конечно. А почему голубей показывают? Ведь они же не певчие птицы, а? Ну и что? Если, например, голубь якобин, то он ничуть не хуже, чем любая другая птица по красоте. Вот смотрите. Правда, они как астры. Ну а вот, не певчие, не красивые. Это почтовые. Они летают со скоростью курьерского поезда. Один такой голубь перелетел через океан. А потом какой-то дурак подстрелил его из ружья. Как подстрелил? Зачем? Думал, что простая птица. Ну и что, что простая? Зачем же в нее стрелять? Что ты на меня накинулся? Откуда я знаю? Ну, пошли дальше. Пойдем, я вам еще кое-что покажу. А что? Тут есть две попки. Вот они. Вот это кубинский амазон. У него галстук, как у пионера. Какой красивый. А он говорящий? А кто же его здесь будет учить? Это же не цирк. А вот это ожерелый. Ой, Мария Петровна, она нам сейчас все здесь испортит. Ну, какие они маленькие. А худенькие какие они, а? Конечно, курица, она толще. Как это остроумно. Правда, сейчас все заводят собак. Я бы с удовольствием завела собаку, Сергей Степанович, а? Такую баллоночку или фоксика, Сергей Степанович? Баллоночку хочет. Ей бы лучше сен-бернара или датского дога надо. Внимание! Сейчас в павильоне номер 2 начнется прослушивание певчих кеннерей, занявших на конкурсах призовые места. Желающих просим пройти во второй павильон.
надо идти. Семеновских послушаем и Ушаковских тоже. Левка! Ай! Какой счет? Начнем? Я его знаю. Это он меня сюда пригласил. Кто? Вот это? Послушаем Семеновского лимончика. Семенов, запоет он у тебя сегодня? Или смущается? А может, он не в настроении? Он такой. Этот лимончик, друзья мои, на конкурсе получил золотую медаль. А где Левка? Твой друг? Ну да, куда он девался? Он сказал, что пошел тебя искать. Ох, вот ведь олух царя небесного! Испугался, Дениска?
Почему ты один? А мы с Левкой потерялись. Неужели? Постой, постой. Так ведь он тебя битых полчаса на прежнем месте ожидает. Правда? Прощай, Дениска! На медведя. Может быть, он тоже сказочный? На всякий случай надо испугать его как следует. Я читал, что медведь очень нервный. Пошел вон отсюда! Ой-ой-ой! Со мною шутки плохи! Ой, мальчик, не хулиган! Да, сам не хулиган! Напасть на меня хотел, нету! Ой, мальчик, не делись сосульками! Милиция! Зачем милиция? Да ты же дерешься, чуть не убил меня. Ты что, не видишь, что я никакой не медведь? То есть я медведь, но не настоящий, я артист. Понимаешь, артист в роли медведя. Вот, смотри, возьми, не бойся. Подержи пока. А я отдохну немножко. Подышу свежим воздухом. А ты меня здорово хряснул. Хорошо, что по медвежьей башке съездил. А если по-настоящей, а? Я же защищался. А вдруг бы вы оказались заправдышным медведем? Это и молодец. Не растерялся. Сердце кольт. Нельзя мне волноваться. И бегать, прыгать тоже нельзя. А я артист. Играй, моя гармоника, любимую мою, а я тебе тихохонько про милую спою. Где сад густой с малинником под песни соловья, придет платочки синеньком, подруженька моя. Душновато. А
вы всегда в ней ходите? После работы все-таки снимаю. Чудак ты, Левка, попробуй походи в такой голове. Ну, пошли. Где же да он? Да я откуда знаю? Аврашев! Аврашев! Вот он! Попался, голубчик! Аврашев, голубчик, где же вы бродите? Нам еще в аттракционах сплясать! Пойдемте! Еще плясать! Я весь день пляшу! Усажин очень просит. У него там прорыв. Надо добавить смеху. Ну, ваш выход, артист. Ничего не попишешь. Дайте мою голову, ребятки. Пошли! Пошли! Плясать и веселиться! Очередь большая, да? Да. Ну, идемте ко мне. Заходите. Здесь мой кабинет. Вот так, мальчики, вешаем сюда. Здесь и оденетесь. А тетя Дусь кто? Она здесь самая главная. А ты ее откуда знаешь? Соседка наша была на старой квартире. Вы можете смело называть себя гордыми воинами бесстрашного племени Чингачхука, большого змея. Змея. Прошу к барьеру. Отлично, юнец. Ну? Получи. Следующий. Денис! Ой. Ты что, нарочно, что ли? Так я не пристрелялся. Дали 5 стрел, я пристрелялся. Ишь ты. Давай 5 стрел ему. Дайте мне стрелу. Стрелять ты умеешь? Умею. Держи, стрелок. Только вначале целься, а потом стреляй. Учись, Робин Гуд. Что вы смеетесь? Что тут смешного, а? Если вы будете еще и хулиганить, озорники, не будет вам никакого аттракциона. Мальчики!
приступим. У вас 15,5 килограммов лишних. Кушайте меньше мучного. Прошу. Следующий. А вы, дорогой товарищ, ели мало каши. И всего-то вы тянете на 19 килишек. Очень мурзилку хочется. Заходите через годик, уважаемый. Знаешь игру в горячо-холодно? Ну, а кто же, я не знаю. У тебя получилось довольно горячо. 24 килограмма и 500 грамм. А жаль. Будь здоров. Подождите, Денис! Следующий. Где ты все время пропадаешь? Я тут стараюсь, мурзилку выигрываю, а он... Давай становись. Спокойно, граждане, спокойно. Посмотрите, это же друзья. О, небольшой переборс. 25 килограмм, 500 грамм. Следующий. Эх, зря я ситро пил. А при чем здесь ситро? Да пока ты стоял в очереди, я сбегал в буфет и выпил целую бутылку ситра. Ну а что? А разве ты не знаешь, что в бутылке ровно пол-литра воды? Знаю, ну и что? А пол-литра воды это и есть полкило, 500 грамм. А если бы я не пил ситро, я бы весил ровно 25 кило. Ну да, то-то и оно. Левка, мурзилка наш. Каким образом? А таким. Пришло мое время ситро пить. У меня не хватает как раз 500 грамм. Все ясно, бежим в буфет. Только доктор Айболит нас уже знает. Мы уже взвешивались. Смотри! Успеем! А ситра разве нет? Нет. Скажите, а в бутылке ровно пол-литра? Недолива не бывает? Да мало ты еще такие глупости мне говорить. Понятно? На. Терпеть не могу минеральную. Она колючая. Да ладно, ты пей, поторапливайся. Холодное время. Уж очень холодная. Как бы ангину в каникулы не схватить. Не будь мнительным. Струсил, да? Это ты, наверное, струсил. Больше не войдет. Войдет? Это только так кажется. Ты пей. Лезет легко. А ты чего расселся, как ворон? Ты встань, так влезет. Вот видишь? Осторожней. Я сейчас лопну. А как же я не лопнул? Ведь я тоже думал, что лопну. Давай, поднажми. Лёвка, если я сейчас лопну, ты будешь отвечать. Хорошо? Пошли. Ура! Выиграна годовая подписка на мурзилку! И досталась она мальчику, который весит ровно 25 килограмм! Похлопаем, ребята! Его зовут Денис, а фамилия Кораблев. Пишите, я его знаю. Ну ты бы хоть спасибо сказал, мальчик. Это он говорит спасибо, я его знаю. Ну и мальчик выиграл мурзилку, а сам молчит.
он у нас застенчивый, я его знаю. Аттракцион закончен! Господи. Дениска, что с тобой? Отчего ты такой бледный? Мальчики мои дорогие, что с вами случилось, а? Да ничего особенного, просто он сильно наполненный впечатлениями. Чем? А ну-ка, Дениска, присядь. Отдохни, мой золотой. На-ка, выпей водички. Эту подписку домой нести. Почему? Если по-честному, так во мне только 24,5 кило. Тогда отдай ее мне. Во мне ровно 25. Если бы я не пил, я бы сразу ее получил. Давай сюда. Да? Что же я, по-твоему, напрасно страдал? Нет уж, пусть она будет наша общая напополам. Правильно, Денис. Только, Левка, об этом никому. Придумали каникулы, придумали каникулы нарочно для меня. Без загадки нет загадки, без помадки нет ведра, без окошек нет дома, без каникул не зима. Без отгадки нет загадки, без помадки нет ведра, без окошек нет дома, без каникул не зима. Мерседес-Бенц, модель 13-го года. Здорово! Хотя, конечно, не то. Почему? Да потому, что на нее надо все время нажимать. Надо что-нибудь такое придумать, такое, чтобы оно само гремело и трещало, чтобы все знали, какая машина едет. Ух ты! Хорош гусь! Его бы в духовку с яблоками. А гусь это мушутки, да? Ты что? Мушутки это селезень, понятно? Понятно. А тогда кто у гуся жена? Гусыня. Непонятно. Только почему у селезня и утки разные фамилии? Миша! Миша! Миша, уже все собрались, ждем. В общем, завтра эдак часиков к 11 придете ко мне. Посидим, чайку попьем, музыку послушаем. А по какому это поводу? Да так, ерунда. Просто у меня завтра день рождения будет. Но мама сказала, что сегодня родственники придут, а завтра друзья, то есть вы. Ну, я пошел. Дарить будем. Что ты подаришь? Я не знаю, я у мамы спрошу.
А я ему книжку подарю. «Сто блюд французской кухни» называется. Жалко, небось, дарить такое. Нет, ни капельки. А ты что подаришь? Я ему трещотку подарю. Здорово, правда? Ух ты! А из чего ты ее сделаешь? Ну, не знаю, я подумаю. Ты скорее думай, а то времени тю-тю. Знаешь, ты лучше у Кола спроси, у Сергея Петровича. А он разве знает? А он вообще много чего знает. И про это? Про это тоже. Вот гляди, что он мне дал почитать. Ну и как, помогает? Помогает, даже очень. Здрасте. Ну, Денис, здорово. Вот хорошо, что пришел. Ну-ка, подержи вот эту стрелку. Хорошо, хорошо, так. Я по важному делу. По делу? Интересно, какое дело? Сергей Петрович, нужна трещотка. Трещотка? Ну да, трещотка или гремелка. Зачем? Просто Мишка хочет к велосипеду прицепить, и у него завтра день рождения. Ага. Да, непростая задача. Мне Ванька говорил, что у вас книжка есть про это. Вряд ли. По-моему, таких книжек не существует. А как же быть? Я ведь почти обещал. А знаешь, я когда-то сам делал трещотки. Правда? Правда. И я их делал из гусиного горла. Можешь его раздобыть? Подумаю. Ой, нет, конечно могу. Стой, 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 стой. Вот я тебе сейчас покажу, как это надо делать. Вот смотри, вот это горло гусиное, да? Вот, значит, отверстие и вот отверстие. Мы насыпаем сюда гороху. Денис! Денис, ну сколько можно ждать? Денис, ну ты выйдешь наконец обедать? Я сейчас в гости пойду. Куда? К Мишке на день рождения. А сколько ему стукнуло? 8 лет, 9-й пошел. Чем ты тут занимаешься? Мишке подарок делаю. Что это такое? Гусиное горло. Что? Гусиное горло. Где ты его взял? У Костиковой бабушки. Зачем оно тебе нужно-то? Мишке на день рождения хочу подарить. Что-что? Ну, трещотку к велосипеду. А гусиное горло в ней главное, потому что хороший резонатор. Так Кол сказал. Так оно же у тебя сырое. Вот я его и сушу. А потом положу в него гороху, штук 10. Знаешь, как будет греметь? Первый сорт. А вот эта рамка для него. А вот эта пластинка за спицы цепляется и гремит. А вот это прикручивать. Ну ладно, пошли обедать. Рассольник стоит. Руки вымойте. Ничего себе подарочек. Ну и ну. Не беспокойся. Мишке понравится. Я его знаю. Хм.
Вот что. Вот тебе деньги. Купи-ка лучше Мишке конфет. Мишка будет на седьмом небе. Конфеты и гусиное горло всякому понравится. Прям не знаю, пускать его на день рождения или нет. Почему? А в чем дело-то? Ну, ты посмотри, как он ест, он же нас опозорит. Чавкает, стонет во время еды. Ничего. Мишка тоже еще больше меня стонет. Но это не оправдание. Вести себя надо прилично. Тебя что, мало учили? Значит, мало. Ладно. Давай, собирайся, а то опоздаешь. Спасибо. Не рассольник, а объедение. Ну, идем менять рубашку. Помоги ему собрать подарок. Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Каждому в лучшее верится. Катится, катится голубой вагон. Все вместе и... Скатертью, скатертью дальний путь стелится и упирается прямо в небосклон. Держи. Нехорошо опаздывать на день рождения. Нехорошо. Ладно. Иди и поздравь его от нас. Не ешь рыбу ножом. Да, не позорь фамилию. Вежливый, а? Не то, что наш. Это от родителей. Спасибо. Это от меня. Ерунда какая-то. Понимала бы. А это что такое? Это же трещотка для велосипеда. Денис, ты это здорово придумал. Ты куда? Испробовать. Погоди, оно еще сыроватое. Сегодня подсушишь, а завтра и прикрутим. Мороженое «Пломбир» славится на весь мир. Налетайте, братцы. Только чур не драться. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. А ты кем хочешь быть? Мороженщиком. Почему? У него всегда мороженого, сколько хочешь. Тогда забирай оба. Спасибо. Так держать. Молодец. Ты что, правда хочешь мороженщиком стать? Да ну. А если серьезно? Хочу заняться спелеологией. А это что? Пещеры изучать? Ага. А зачем же ты тогда про мороженщика говорил? А если сказать на самом деле? Взрослым будет непонятно и неинтересно.
Они до сих пор думают, что мы хотим стать мороженщиками. Или продавцами в игрушечном магазине. Спортом нужно заниматься. А я художницей буду. А рисовать-то умеешь? Не очень, но я буду рисовать на асфальте полоски для машин и для пешеходов. Здорово. А не боишься, что тебя задавят? Это в перегородке ставят. Я вообще-то буду моряком. Капитаном дальнего плавания, чтобы поехать в Сингапур. Слово ты какое, Сингапур. Там бананы растут. Здесь они в магазинах, в коробках, а там они прямо на дереве, понимаешь? Здорово, Мишка, придумал. Вань, я тоже хочу плавать по морям, только не на корабле. А как? Как Ален Бомбар на резиновой лодке. Переплыть весь океан. И есть одну сырую рыбу. Сколько ты весишь, костыль? 26 кило. А ты знаешь, что это твой Ален Бомбар похудел на 25 кило? Ну и что? А то, что ты будешь весить всего 1 кило. Мореплаватель. Я иду. Когда родился, весил 3 кило и 600 грамм. Врешь. У моей мамы даже документ есть. Официальный. Верно. Я 4500 тянул. Доктора говорили, богатырь родился. Понял? Спортом надо заниматься. А каким спортом надо заниматься? Боксом. А зачем? Чтобы побивать в случае чего. А, ну тогда другое дело. Представляешь себе, если ты случайно не поймаешь одну-другую рыбину и похудеешь чуточку больше, то растаешь в воздухе, как дым. И все дела. А ты, Денис, чего отмалчиваешься? Я? Ну, я не знаю. Всем хочу быть. Или испробовать. А точно не знаю. Ну что, хорошо было, Мишки? Хорошо. А фамилию свою не опозорил. Не беспокойся, мам. Ты уверен в этом? Точно, потому что угощение было не обед и не ужин, а бутерброды, пирожные и напиток, и конфеты. А что ему подарили? Да кучу всего. Железную дорогу, всякие пистолеты и книги. Ну, много чего. Ну, спи. Спи. Денис, какой из подарков больше всего понравился? Ну, пап, какой может быть разговор? Конечно, гусиное горло. Thank you.
Денис, сходи, пожалуйста, в магазин. Ну, сходи, сходи, сходи. Купи 2 килограмма помидор и 0,5 кило сметаны. Вот тебе деньги. Держи. Только быстро. И смотри, деньги не потеряй. Хорошо. И сдачу не забудь. Ну что, Дениска? Дела домашние. Понимаете, заботы. Надо идти. А жаль. Еще гороху. Побольше. Покрутим. Вместо этих спиц струны натянем, а? В этом что-то есть. Лёвка, а ты смычок еще не выбросила? Денис, здравствуй. Ты откуда? Здравствуйте, тётя Маша. Из магазина помидоров купил. А что ты такой скучный? Да так, ничего. Ничего особенного. На дневное представление хочешь, я тебе проведу? Конечно, хочу. Ну, хорошо. Будьте любезны, свет. Погасите свет. А, вот так, спасибо. Занавес вторую. Девочки, начинаем. Юра, хватит. Начали, начали. Толик, на подсадку. Думал, что ты наш, новенький, цирковой. Тебя ведь тетя Маша подсадила. Не все ли равно, цирковой я или не цирковой? А ты что, цирковой? Нет, я маменькин. Давай, давай, смотри представление. Когда-нибудь. Нет, в первый раз. Тогда садись на мое место, тебе тут лучше видно будет. Я уже видел. Чего-чего? Да так, ничего. Сейчас клоун чудик начнет. Умора. Давай, пересаживайся. Ну, раз ты такой добрый, давай. Папа! Папа! Папа!
Обезьяну поймали, закрыли в клетку вот на такой большой замок. Спасибо, Павел Никифорович! Спасибо! 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 Ну, давай, давай, отправимся. А это... А это... Что ж Денис так долго нет, а? Спустись, посмотри, может, он во дворе. Взялся. Ты кто такой? Я Денис Кораблев. О, видал. Кто это? Денис Кораблев. А где Толька? Толька? Толя, иди сюда. Толька, где ты был? Да, куда ты подевался? Я когда на твое место пересел, так вот этот дядя меня под самое небо уволок. А как ты попал на его место? Он мне сам предложил. Все ясно. Доложу в дирекцию, тебя снимут с подсадки. Дядя Саша, дядя Юра, ну не надо. Ну что, цел? Все в порядке, а? Как тебе не стыдно? А если бы он перепугался и упал, что тогда? А ты что смеешься? Голову бы мне родители за тебя оторвали. Здорово я полетал. Здорово. Только мне сейчас так влетит. Прекратите, не волнуйтесь, парень. Прекратите безобразие. Я напишу доклад на директоре. Я поставлю этот компост на местном комитете. Хватит. Иди сюда. Ну что?
лодка. Построить бы такой велосипед, чтобы всем вместе ездить, а, Вань? Не выйдет. Деталей нет. Подумаешь, сделаем. Не выйдет. Сделаем, и все получится. Мы построим. Дядя Паша поможет. Мы сможем. Четыре руля, четыре седла. Спиц целая куча. Построим. Зато на таком в четыре раза быстрее. А куда мы на нем ездить будем? Куда захотим, туда и поедем. Это только на одном велосипеде. Куда хочешь, туда и едешь. Зато на таком в четыре раза быстрее и сил меньше тратишь. Думаете, легко велосипед без... Сами, что ли, сделали? Ага. Ничего, машина. А можно погладить? Нет-нет, нюх отобьете. Ой, она у тебя что, служебная? Цирковая. А что она умеет делать? Арабское сальто с приземлением на хвост. Ну да, пусть покажет. А прокатиться дадите? Если сделает сальто, дадим. Жулик, за мной. Так, ну, сидеть. Готов? Внимание. Внимание! Жулик! Оп! Эй, ты куда? Велосипед отдавай! Арабский сальто видели? Велосипед мой! Ребята, уйдет! Стой! Эй, все на велосипед! Это честно! Отдавай лучше велосипед! Стой! Три хага! Ну, здорово, Арлы. Привет. А ну, отдавай велосипед. Какой велосипед? Вот это наш. Они же мне его подарили. Ну, что ты врешь? Стыдно, ребята, стыдно подарки назад забирать. А ну, отдавай велосипед, а то хуже будет. Хуже? А ну, попробуй. Налетай, эскадрон. Паршивый у тебя эскадрон. Чего ж ты ему не врезал? А сам? Ага, видал, какой он здоровый? Больно, Вань. Небось, шишка выскочит. Шишка ничего. Что с велосипедом? Да, Мишка, что ты теперь родителям скажешь? А пускай он скажет, у дяди Паши в гараже на реконструкции. Ага, день на реконструкции, два на реконструкции, а потом чего? Боксом надо заниматься. Два удара в челюсть, и велосипед наш. Прям сегодня тренироваться начнем. А где? Начинайте, только без меня. Слушай, Вань, а если к тебе подойдет какой-нибудь человек и попросит на минуточку велосипед, ты что, уже не дашь? Конечно, не даст. Что, он дурак, что ли? Не дашь, Ваня? Почему не дать, если он хороший человек? А если плохой? Четыре. Пять. Я занят. А, ну. А то тут по телевизору чемпионат мира по боксу начинается. Считается, что негритянские боксеры хорошо держат удары. Ведь это достигается многими специальными тренировками.
и амортизирует их движение головы. Не понимаю, что за удовольствие любоваться этой дракой? Это же бокс. Да обыкновенная драка, только что судья в белой рубашке. И что тут хорошего? Серьезно? Ну что ты, мама? Это же спорт. И к тому же очень нужный. Ой, не могу. Ух ты. Вот развязка этой игры. Альма выбрал таки момент и точным левым нижним ударом посылает Роверса в даун. Но соперник не потрясен, продолжает бой. Ну, еще один удар прямой, сейчас левый прошел. Ладно, друг, справимся сами. Эй, ты! Отойди от машины! Мальчик! Мальчик! Кому говорю? Вон из машины! Мишка! Слыхал? Ванька новый велосипед делает, четырехместный, типа катамаран. А, опять с этими железяками возиться. Мы же решили боксерами стать. Бух-бух. Ты боксером? Денис Кораблев чемпион мира в весе курицы. Бух-бух. Стой! Не по правилам. Все по правилам. Боксер должен
Уклоняться от удара! Я тебе покажу удар! Ребята, не бегайте около машины! Что вам, пора, малодвоечники? Да не трогаем мы вашу машину! Иди сюда! Вот! Видал? Немедленно отойдите от машины, хулиганы! Кому говорю? Убирайтесь от машины, лоботрясы! Прекратите крик, носорог несчастный! Ух ты! Ничего, книжечка. Где взял? Отец дал, между прочим. Это здорово, но у нас ничего не выйдет. Груши нет. Зачем груша? Отрабатывать силу удара. Без груши мы друг друга покалечим. Ничего, будет груша. Папа купит. Он у меня знаешь какой. Ну что, выследил? Что с рукой? Выследил. На Чкалова живет. За руку жолик тяпнул. Ух, вредный. Меня учуял, с велосипеда соскочил. Как набросится. Ой, хорошо еще, что я руку подставила, а то прямо в горло нацелился. А рука-то сильно прокушена? А, пустяки, до свадьбы заживет. Молодец, Левка, вот под караулем его в подъезде отметелим как следует. Только потренироваться сначала надо, видал? Детские шалости. А вчера что говорил? Ай, что было вчера? Я и без вашего бокса велосипед достану. Головой работать надо. Потявкай у меня, потявкай. Здрасте, дядя Паша. А, здоров. Привет, Ванька, как дела? Работаю. Ты знаешь, кого я только что в нашем дворе видел? Того дылду, что наш велосипед утащил. Жаль, удрал, но ничего. А Левка его выследил. Живет на Чкалова. Вот, советую, подкараулить его в подъезде, отметелить как следует. А велосипед? Вот сам и отметель. Ты что, струсил? Мне некогда. Денис. Ты с ним не водись. От него теперь толку мало. Видал, что задумал? О. Ясно. А ты чего такой? Какое? Небось, за помидоры от матери досталось. Циркач. Помидоры. А, секрет. Ты вот лучше приходи к нам почаще. Парень ты рукодельный. Вырастешь, инженером будешь, как твой отец. Верно, Вань? Верно. Я буду к вам приходить и помогать тоже буду. О. Но инженером не хочу, я боксером буду. О, как? Что, обидел кто? Да нет, это просто так. Чтобы потом, в случае чего, раз и готово. Показывай, что там у вас стряслось. Вот, посмотрите, дядя Паша. Ишь ты, какая штуковина. Ну, а что ж мне с головой делать? Не знаю. Ясно.
Может, не надо, дядя Паша? Все-таки голова. А мне можно попробовать? Эш, ты хитрый какой. Становись вот так. Смотри, не двигайся. Лечу. Осторожно. Ух ты, здорово. Так. Эх ты, я ж тебе говорил, не двигайся. Забыл. Резьбу сорвал. Ну ладно, погоди. Я сейчас. Толик, посмотри, я там отвертку в кармане не оставил. Вот же она. Ой. Денис, ты что здесь делаешь? Я случайно. Кто это там? О, ты как сюда попал? Дядя Паш, дверь была открыта, понимаете? Я только заглянул, а оно на меня все и нацепилось. А я и не знал, что у вас тут волшебная комната. Волшебная? Эх ты, темнота! Это же мастерская Союза Госцирка. Здесь мы разные фокусы делаем. Видал, как здорово получается? Это у тебя, что ли, здорово получается? У меня. У тебя лучше не получится. Конечно, получится. О, смотри. Теперь главное, не двигайся. Это... Видал? Получается? Я еще раньше понял, что ты цирковой. Только никакой я не цирковой. Дядя Паша, вы можете из плохого человека сделать хорошего? Нет. Дядя Паша, а вы можете меня сделать самым сильным? Нет, не могу. Это уж сам старайся. Тогда опустите меня, пожалуйста. Ну-ка. Очень хорошо. О, это моя. Грехи молодости. Противники сходятся. Брак. Судья делает предупреждение. Удар! Еще что удар! Что вы делаете? Противник перелетает через канаты, делает кульбит в воздухе и плюхается в ложу прессы. Перестаньте! Так. Папа, купи мне грушу. А тебе что, арбуза не хватает? Да нет, боксерскую. А ты знаешь, сколько она стоит? Не знаю, рублей 10 или 15. Ну да. Ну ладно, как-нибудь без нее перебьемся. Не перебьемся. Не расстраивайся. Что-нибудь придумаем. Правда? Угу. Здрасте. Здравствуй. Я пришел боксом заниматься. Ну, проходи. У вас тут, оказывается, целая команда. Ничего не выйдет. Нету груш. Ничего. Будет вам груша. Я придумала. Подождите секундочку. Вот, смотрите. Чем не груша, а? Видишь, как пузо выпятил. Вот. Теперь тренируйтесь. Да, вот еще вам шоколадка. На, поделись с Мишей. Ты чего грустный? Я побежала. Счастливы, ребят. Смотри, руку вверх поднял. Заранее сдается. Денис, ты чего? Нельзя его бить. Это мой друг с детства.
Понятно. Физкульт, привет! Кто угадает, что у меня в мешке? Да кто тебя знает? А? Сдаетесь? Блестящая операция, похищение века. А у хозяина осталась записочка. Хочешь получить своего волкодава, гони велосипед. Так что через 5 минут велосипед будет здесь. И не надо никаких оваций. Попался, который кусался. Спокойно, он наш пленник. Никого. Что же это он так опаздывает? Ты думаешь, он придет? Он тебе из-за велосипеда, не то что собаку. Кого хочешь, продаст. Не может быть. Это ведь не просто собака. Видишь, как без хозяина тоскует. Даже есть ничего не хочет. Ведь он у нас так и помрет, чего доброго. Слушай, Денис, а давай его отнесем назад, просто так, без выкупа, а? Давай. Не помирать же собаке. Блин! Вы что? Пустите! Я тебе дам за что? Вы что, сдурели? За что? За Мишку! За какого Мишку? Я с вами решил боксом заниматься, чтобы в случае чего всех побивать. А я не буду боксером, ясно? Ага. А вот и велосипед. Еще раз собаку тронете, руки переломаю. А тебя где черти носят? Жулик, стой! Теперь уже не догонит! Догоню! Мама!
Жулик! Жулик! Жулик, назад! Жулик, назад! Поехали. Костер на краине лета и манеж цирковой в хороводе огней. Золотая пора, и о детстве оставшемся где-то нам с тобой вспоминать до конца наших дней. Железным перышком скрипя, пишу тебе в альбом: люби меня, как я тебя, и помни обо всем. Готово? Ой, нарезала. Тогда достаем. Ой. Ага. Ой. Приступай. Ну как, понравилось в цирке? Да. Там львы какие-то через огонь прыгали. И клоун за петухом гонялся. Дениска, мой руки. Так. Папа, там в цирке есть одна девочка. Понятно. Видел цирк? Больше не увидишь. Понимаешь, на голубом шаре танцует, такая славная. Сходим в следующее воскресенье в цирк, я тебе ее покажу. Понимаю, обязательно пойдем. Обожаю цирк. Понимаю. Денис, Денис, пора вставать. Воскресенье. Ну, подымайся, Соня. Утром в цирк. Ты уже встал? А я думала, спишь. Молодец. Ну, пошли завтракать. Ой, это они. Иди быстро переодевайся, я им открою. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Прошу. Я в таком виде, вы меня извините. Нас извините. Сами виноваты, раньше пришли. Раздевайтесь, пожалуйста. Да. Угу. Здравствуйте, молодой человек. Здравствуйте, молодой человек.
Идем завтракать. Ешь. А когда они уйдут? Ну, до обеда просидят наверняка. Как до обеда? Мы же с папой в цирк идем. Знаешь, Дениска, мне кажется, что с цирком сегодня ничего не получится. Как не получится? Ну, пойми, что к папе пришли очень важные гости. Главный инженер управления и заместитель начальника треста. Понимаешь? Ешь. Какие же они начальники? Так бывает. Они же пришли не просто так, чаи распивать, а чтобы обсудить проект, который готовит папа для одной стройки. Понял? Слушай, ну ешь, наконец. Ну и обсуждали бы в рабочее время. Ты до сих пор не поел? А ну ешь сейчас же. Впрочем, как хочешь. Денис, ну что за паника? Сегодня воскресенье, 3 представления. У меня билеты на 2-й сеанс на 2 часа. К 2 часам обязательно освобожусь. Ура! Мамочка! Иди погуляй немного. Спасибо. Спасибо. Только переоденься, а то выпачкаешься. Нет, я осторожна, ведь в цирк. Смотри, не опоздай, потому что в твоем распоряжении всего лишь 3 часа. Не 3, а 2 часа 50 минут. Ой. Хотел.
Ой, смотри. Сама едет, понял? Вот бы нашей машине такой двигатель. Это нашего племянника, Федьки машина, с мотором. Федька к нам по делам приехал, чай пить, вот. А управлять этой машиной трудно. О, садись и готова, бензин в ней на 100 километров. А скорость 20 километров. Да, вот эта машина. На такой покататься бы. Да ладно, может. Федька убьет, голову оторвет. Да, опасно. У нас подолгу чай пьет, по 3 чашки дует. Верно. Ну давай, садись. А может быть лучше ты, а то я сегодня плохо позавтракал. Ладно, подержи машину. Без тебя знаю! Осторожно!
опоздал. Нельзя глушить! Не заведешь! Денисочка, отпусти кнопку. Мама, время умеет прятаться. Такое бывает. Денисочка, иди, малыш, переоденься. Вечно выможешься. Денис. Давай попробуем обмануть время. Попробуем обменять билеты на 6 часов. А получится? Попробуем. Быстро! Раздеваться, мыться, одеваться, обедать! Очень интересно, смотри. Ты, наверное, плохо разбираешься в цирке, раз тебе это интересно. Антракт! Почему антракт? Ведь потом же львы будут. Почему она не выступает? Люблю. Люблю цирк. Люблю этот запах.
голову кружит. Пожалуйста. А, спасибо. Ой. Скажите, пожалуйста, а где сейчас Марья Николаевна? Тетя Маша. У нее сегодня дневная работа. А ты ей кто будешь? Нет, я просто так. А. Скажите, пожалуйста, когда будет выступать девочка на шаре? Какая девочка? Ну, в программке указано, эквилибристка на шаре Тея Воронцова. Тея Воронцова. Понимаете? А, вы про Танечку Воронцову. Да уехала она. Уехала. Что же вы так поздно схватились? 2 часа отработано последнее представление. Уехала она сразу после представления. Вместе с родителями. Вот видишь, папа. Я не знал, что она уедет. Очень жаль. Ах ты, боже мой. Ну, ничего не поделаешь. А куда, неизвестно? Во Владивосток. Ох, какая даль. Это значит точно. Точно. Точно, точно. Денис, Денис, ну, пошли скорее. Там сейчас будут львы, косматы, рычат ужас. Ну, бежим скорее. Ты, папа, пока посмотри, а я на улице побуду. Тебя подожду. Ну, ладно. Это будет опять, никуда нам с тобою не деться. Мы о том, что ушло, заскучаем сильнее, и вальсов зазвучит, и лошадкой закружится детство. Раз, два, три, раз, два, три, в хороводе огни. Железным перышком скрипя, пишу тебе в альбом. Люби меня, как я тебя, и помни обо всем. Железным перышком скрипя, пишу тебе в альбом. Люби меня, как я тебя. Елизавета Николаевна. Здравствуйте. Я Кораблев. Из 15-й школы. Вы у нас проводили урок на практике. Вы меня, наверное, забыли. Здравствуйте, Кораблев. Я вас прекрасно помню. Вы читали Лермонтова. Пушкина. Вы, наверное, кого-нибудь ждете. Да. Я жду одного товарища. Вот так же и я. Прошлым летом целый день прождала одну женщину, а она не пришла. Вы что имеете в виду, Кораблев? Вы только не переживайте. Ну, ваш товарищ, наверное, не придет. Так всегда бывает, когда очень и очень кого-нибудь ждешь. Что же, Кораблев? По-вашему, лучше не ждать? Не знаю.
Наверное, лучше не ждать, чтобы потом не расстраиваться. Нет, Кораблев. Нет, по-моему, вы глубоко ошибаетесь. Что же он не идет тогда, ваш товарищ? Значит, он где-нибудь задерживается. Известное дело, важные гости, секретные личные дела, оправдание всегда найдется. Товарищ Кораблев, по-моему, вы переходите все границы. Зачем я только начала с вами этот разговор? Я сама не понимаю. До свидания, Елизавета Николаевна. Пожалуйста, не обижайтесь на меня. Я вам желаю удачи. Ну зачем вы смеетесь надо мной, Кораблев? Зачем вы все надо мной смеетесь? Я не смеюсь. Я честно не смеюсь. Я в самом деле желаю вам удачи. Я честно не смеюсь. Я не смеюсь. Извините. Подожди-ка. Идем посмотрим. Денис, ты? Представление давно закончилось. Вот тебя жду. Ну что, пойдем в кафе мороженое? Смутузим по две порции. Не хочется, папа. А там воду подают, Кахетинская называется. Самая лучшая в мире вода. Не хочется, папа. Восток. Это на самом конце карты. Туда, если поездом, целую неделю проедешь. Да, целую неделю. А на ту 144 за 3 часа и там? Да. Ну ничего, вырастешь. У тебя все впереди. Успеешь. Когда впереди? Мне надо сейчас, теперь! Куда? Ты куда? Куда же ты? Папа, ты только не рассказывай маме, что мы не остались львов смотреть. Понятно, секрет.